За все время моей игры я успел открыть кучу кейсов разной коллекции, но, как вы знаете, удача редко посещала нас. Так или иначе, наша охота на самые редкие эксклюзивы продолжается, несмотря ни на что. Сегодня в серии мы решили устроить самую эпичную битву и открыли сразу 600 кейсов «Египетская сила». Тот, кто выбивает больше редких предметов и по итогу денег, побеждает. Всем огромный привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Олежа Кофе, и добро пожаловать на 7-й сервачок Радмира. Ролик получился очень интересным. И поверьте мне, итог вас правда удивит. Вам я хочу пожелать приятного просмотра, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал. Мы начинаем, поехали. Итак, друзья, сегодня мы тут с вами все собрались ради одного дела. Чтобы устроить самую эпичную и самую дорогую битву кейсов. Каждый из нас сегодня откроет по 300 кейсов. Итого, суммарно, сегодня откроется 600. 600 кейсов, просто вдумайтесь на секундочку в эти цифры. На то, чтобы совершить это дело, было потрачено действительно очень много денег. Поэтому, ребята, я надеюсь, заранее вы уже поставили лайк, потому что я надеюсь, что одному из нас хотя бы сегодня выпадет реально что-то стоящее. Ну что ж, правила максимально простые. Каждый из нас открывает кейс, у каждого из нас на балансе прямо сейчас 0 рублей. И, соответственно, тот, кто получает по итогу больше денег после продажи, тот и выигрывает. И сразу хочу сказать, что если падает что-то золотое, это сразу моментально победа. Это прям победа припара, да? Если падает что-то розовое, фиолетовое, это у нас оценивается в 20 миллионов рублей. Ну, примерно, вот так вот, да. То есть вот такие... Олег, тяжело! Какая удача! Да, какая! Я Макса нагнул, тебя нагнул, всех нагнул! Я тоже всех накидаю обычно, да, поэтому вот сегодня поборемся. Ну что ж, друзья, мы начинаем, поехали! Ну что, Артемка, предлагаю начать и начнем, наверное, с 5 медленных открытий. На счет 3. 1, 2, 3. Ну давай, прикинь, с первого раза! Да ты мне перекрываешь, прикинь! А если с первого раза что-то выпадет, это ж прикинь, какое начало! У тебя говно, сразу! Ну слышал, ладно. Ну ты подожди, подожди. Давай, второй открываем сразу. Конечно, конечно. Слушайте, ну, ребят, можно опять же, я надеюсь, что 600 кейсов будет реально достаточно... Опа, летний прикидик, нормально. Ну это фигня. Опять же, хочется реально верить в то, что хотя бы из 600 кейсов у нас действительно получится выбить что-то действительно стоящее, что-то хорошее. Что за говно? Ну какой кейс? Так это четвертый. Слушай, пока нормально, пока прям хорошо идет. Слушай, у тебя 360 тысяч, да, плюс-минус? Ну, мне кажется, больше. А, нет, 800. У тебя летний прикид. А, это маска, это блин. Это маска. Она так, просто, она каждый раз, она выглядит так, как будто это не маска, а как будто что-то более дорогое. Да, но, к сожалению, да, это просто маска. Итак, ой, да, гюб. Оп, на маску. Она, просто понял, в чем прикол. Давай еще медленно. Просто знаешь, в чем прикол? Давай. Когда открывается маска, она же золотого такого цвета плюс-минус, да? Да. И ты думаешь в моменте, что это что-то дорогое, это... Опа! Гандон, что это, маска? Маска Тутанхамона? 3 миллиончика. Гандон. Давай дальше пока медленно подкрываем. А потом уже переключимся на быстрое открытие. В общем, друзья, вы уже поняли, что у нас сегодня будет происходить. Поэтому пишите в комментариях, как вы думаете, кто сегодня победит. И верите ли вы в то, что нам сегодня действительно выпадет что-то стоящее, что-то дорогое, что-то редкое и что-то безумное. Японочка! Найс! 5 миллионов! Ну нет, все. О, маска! Маска мумии вторая! Гандон, давай! Остановись! Рано радоваться, понимаешь, да? Пожалуйста, можно вот сейчас насыпать? Еще. Нати, нет, тоже вот ты прикинь, мы с тобой сейчас открыли только кейсов, ну, типа 10, да? А нам каждому нужно открыть по 300, кейсов. Ну, мы надолго, это во-первых. Это 100%. Это да. Но, опять же, ребят, хочется верить в то, что действительно со стольких попыток можно, ну, и правда что-то выбить. Хотя, ну, вот когда мы Хаммер тот покупали, третья маска мумия, да куда столько? Алло, за что ему сыпят? А куда столько? Давай вот это последний, медленно, дальше быстро. А куда столько, скажите вообще, пожалуйста, а? Не, короче, знаешь, что я хочу сказать? Помнишь? О, нам, кстати, одинаковый был, смотри. Да. Вот сейчас точно последний, а после этого переключаемся на быстрое открытие. Вот, смотри, я что хотел сказать. Помнишь, мы покупали Хаммеру подписчика, который выбил с 11-го кейса вообще Хаммер, да? Вот, да. А у нас сегодня 300 кейсов, понимаете, да? То есть, если нам сегодня ничего не выпадет, я буду в таком тильте, просто в невероятном тильте. Потому что, опять же, было потрачено огромное количество денег. Окей, говно, дай мне что-то. Вы сами посчитайте, ребят, 600 кейсов, это же 600 ключей, это вообще кошмар просто, а? Задонать пришлось огромное количество. Можно мне Тутанхамона маску уже дать одну хотя бы? Нельзя. Просто по прикол, да иди нахрен со своим ежом. Я так подумал, мы 300 кейсов медленно будем открывать. Ладно, хорошо, давай.
Я готов, нормально. Нет, прикинь, реально, 300 кейсов в месяц открыли, да с ума сойти. Мы оттягиваем удовольствие, понимаешь? Ладно, нет, вот все, вот давай сейчас переключаемся на быстрое открытие. Давай, я готов. И вот тут уже будет максимально непредсказуемый поворот событий. Все, я начинаю. Опа! Так, давай. Lexus LX 570. Наконец-то, маска мумии, хоть одна имеет. Хорош, хорош. Еще одна! Две подряд? Две подряд, да. Че, рофлишь вообще? Блядь, я думал, три подряд. Куда ты лезешь, слышишь? Куда ты торопишься, братишка? Я лезу, чтобы тебе по жопе дать, понимаешь? Слышишь, что, давай реально, слышишь, давай это, ну, сбавим обороты немного, да, давай вот, ну, как бы, ну, блять, пожалуйста, куда реально. Медленно? Ну, давай реально, ладно, это тактика, давай реально, тактика, давай вот успокоишься немного, да, пойдешь чайка попьешь, да, там, по-братски. Да, вот кондей постоишь, остынешь немного, ну, а то что да так у меня это... нет кондей, у меня винт конченый, ну, вот под понял, винтом, как у Карлосона. Ну, вот под винтом просто постоишь немного, а? Ну, пожалуйста, реально, а. Не, я свою хочу, чтобы мне сегодня просто постоишь, отдохнешь. У меня, знаешь, у меня вот, когда я жил в Калининграде, у меня был вентилятор тоже в комнате. Я всегда думал, что будет, если засунуть в этот вентилятор палец просто. И полочка выпала, кстати, а. Ну, чтоб вот. Ты понимал, я рядом с ним сплю, и я очень боюсь, то, что я случайно палец засуну, да, и там всё, да, я про это и говорю, вот. Я не знаю, что из этого получится, но если вы знаете исход событий, то можете написать про это в комментариях. Так, ну чё, слышь, но никогда сами не проверяйте, конечно, не смейте. Ни в коем случае, ни в коем случае, не надо. Только если смотреть на Ютубе такие эксперименты. Да, пожалуйста. Я вот одного понять не могу, что-то выпадет сегодня или нет вообще, а? Ну, типа, реально такое уже, понял? Пожалуйста. Открыли 30 кейсов, уже хотим, чтобы золотую выпало. Ну, реально, маска мумия, маска мумия, маска мумия. Не, мне мумия уже много выпало, мне японка, лекция. В чем прикол? Еще одна маска мумия. Просто в чем прикол? Я открыл уже, реально, кейсов, ну, я не знаю, 500, 600, 700 где-то, наверное, да? И за все эти открытия мне, ну, ничего из редкого не выпало, за исключением того рюкзака, который с Йодой был. Вот капсуле вот этой. Это было самое дорогое, что я выбил из этой коллекции. Но как будто бы, когда ты открываешь столько кейсов, твои шансы должны возрастать многократно. Ну, это по факту, да. Ну, блин, это по факту. Одни ежи падают. Но хватит. На деле, но на деле. К сожалению, это как будто бы работает немного по-другому, да? Это как в КС-ке, когда ты кейс открываешь, там же нифига не зависит от количества. Там именно шанс. Там и вот тут, мне кажется, абсолютно так же. Пожалуйста. Где хоть что-то, летний попуск. Зачем он пожалуйста. Мне нужен? Просто пожалуйста, а. О, не знаю, ребят, я Какое надеюсь, дело. Что хотя бы Японка. Вы верите в нас. И хотя дальше. Бы вы верите в то, что нам сегодня реально что-то выпадет. Потому что, ебаночка, хорошо как, а. Блядь, дай, пожалуйста, мне ламбал водку, чтобы я Олегу в рот накидал. Не, ладно, дай ламбал водку, и я просто Олегу ее продам, чтобы был как бы бизнес. Слушай, ну ты сможешь ее нормально продать, так я тебе скажу, а. Ну так по факту, так еще это что, Кент, еще X1.5. О, ничего! То есть это вот так работает, а? Это знаешь, если, ну, в простонародье обычно работает, если по дружбе, то это подешевле, то у нас это работает, если по дружбе, то дороже, да? По факту. По оверпрайсу, то за бесценно. Одно медленно. Давай. А давай реально, слышишь? А давай я тебя реально подержу, слышишь? А давай реально я тебя подержу. Ну давай. Блять, пожалуйста, реально, пожалуйста. Быстро опять. Что ж это такое? Что там, маска у тебя? Не маска, ишь, выпал, блин, а. Японочка. Я не знаю, ну, как будто бы это невозможно. Нет такого ощущения, а? Я не знаю, с выходом каждой коллекции. Нет, одному точно должно выпасть. Я выбивал золотое, я выбивал. Но просто как будто бы шанс настолько маленький, настолько мизерный, что как будто бы его даже не существует, понимаете, да? Но все-таки он есть. Он есть, он существует. У нас есть много того примеров. Ну вот это, дай мне секретный предмет, золотой гондон. Давай. Ну что же это? Не, я золотое одно только выбивал. Это ГОСТ. Я не помню, как называется кейс. Я понял, да. Я понял. Вот у него я один выбил. И все. Ну давай. Ну неужели мне вообще ничего? Реально, хватит масок давать. 4 подряд или 3 подряд. Просто ничего не сыпется. Просто вообще ничего. Гондон! И знаешь, что самое прикольное? Мне кажется, что мы с тобой можем подловить просто друг друга на самом деле в моменте. Потому что кому-то, мы же одновременно практически это делаем, факту, да? В итоге третий чел, который случайно решил открыть где-то случайно кейс, да? Вот да, именно один кейс в том моменте, чисто. Да. Ему что-то выпадет, а нам нет. Вот это самое странное, что может реально произойти. А такое ведь реально возможно, понимаете, да? Случайности не случайности, ну, как какая говорится. Какая мумия, блядь, дай секретный предмет. Давай. Я хочу секреты всех этих фараонов раскрыть. Да я реально каждый раз одно и то же увижу, а? Маска мумия. Фиолетовую дай хотя бы. Ну, пожалуйста. Сука, Ситроен Ами. Лексус, вот, да, вот спасибо. Он тоже. Так, у меня маска опять. Да хватит. Господи, сколько можно? Золотой секретный предмет, летний сука, прикид. На базу. Мазда Миата. Ситроенчик, ну, по-братски. Реально надо что-то. Я сейчас на диван пойду, хоть я заебался уже. У меня тоже диван сзади есть, можно вот так издалека. Я на диван пошел. Давай, удачи.
ты меня, но хуй с тобой. Нормально вообще? А какая кнопка, блядь, я забыл. О, заебись, открывай. Ну, пожалуйста. Ой, пойми, что нажимаю только. Лексус, Лексус. Подожди. Что выпало? А, это, сука, это Иш ебаный. А, ты издалека не увидел, зрение подводит уже, я смотрю, да? Так вот, реально, я вижу что-то белое, не похожее на что. Да я не знаю, ребята, это уже про... Я не знаю, сколько кейсов осталось, пока не хочу смотреть, но как будто бы с каждым разом их становится все меньше, 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 причем огромное. Лексус. Давай. Давай. Блять, ну хватит, ну дай, пожалуйста. Да чисто не, я хочу наныть. Я ничего не выбиваю, кроме маски, мумии, вот этого ну, всего. Ну да. Прям да. Вообще ничего. Секретных предметов ноль. 300 кейсов каждого из нас. И неужели мы с тобой вообще ничего не выбьем? Ну это как будто невозможно, нет такого ощущения, а? Ну пожалуйста, ну Ламборгини, ну Диабло, хочу пожалуйста. Себе. Пожалуйста, Лексус. Ну давай же, давай же, давай же! Да это ну невозможно просто. Можно же все понавыбивали реально, все забрали уже, я не знаю. Ну невозможно, ну тут же неограниченная серия в 10 там экземпляров. Иж 5, хорошо, Ситроенчик. Иж 5, хорошо. Да нахрена мне этот летний тип, дай мне золотой. Иж 5, хорошо. Ну нехорошо, нифига, ниха нету, ничего. Знаешь, что я боюсь? А, того, чего что же? Ты мне врешь, блядь. Нет! То, что ты выбил уже нет! Что-то. Нет, вообще не вру, я клянусь, реально клянусь. Мне вот, ну ничего не падает, кроме японочек, кроме Лексуса и кроме маски мумии. А мне, кстати, давно уже японка не падала. Дайте давай, японку. Давай, хотя бы японку. Давай, ну давай же. Бля, ладно, дай, пожалуйста, мне ищать. Давай медленно, давай медленно, 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 медленно. На, медленно. С рюкзак йоды, блядь. Я понял момент, как надо делать. Пожалуйста, можно мне сейчас выпадет Иш 5 с простого медленного открытия? И как ж так тебе везет? Иш 5 и Ситроен. Иш 5 и Ситроен, пожалуйста. Как так-то тебе везет-то? Я понять-то не могу-то, а? Ну еще, это... блядь! Две подряд! Кто тебе выпал? Рюкзак ящерицы. Ты прикалываешься? Пожалуйста, ход Ями Майами маску дай мне, я умоляю. И Ситроен Ами, и Иш 5, всю хуйню дай мне сюда. Нормально вообще? Мне можно что-то, пожалуйста? Это что? Блядь, летний, ну это гадость. Это Лексус. Там красный ключ был. Ну как? Тебе два всех два редких предмета выпало. Мне вообще ничего невозможно, слышишь? Ну все, я медленно буду открывать, кайфовать, потому что я точно выиграл уже. Я тебя ненавижу, слышишь, видишь? Олег, а я тебя люблю. Спасибо большое, что не кейсом дал. Только попробуй в Москву приехать, я тебе реально говорю. А ну нормально вообще, блин, типа, а? Не пизди, у меня глок есть, Олег. А как? Я не понимаю, как ты это... Нормально вообще, я, не, а? Нормально, я просто, ну понимаешь, самое главное просить Ситроен Ами. Ситроен, Ситроен, имба. Ситроен, реально, дай Ситроен, 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 пожалуйста, Ситроен. Ладно, из пятого, либо Hotline Miami маску. Вот Ситроен мне выпал, летний прикид выпал, найс, еще летний прикид, найс. Так, ладно, пора открывать быстро. А я не знаю вообще, типа, а, ну, а как Ситроен Ами. А как мне вообще? Еще один. А как мне реально вот сейчас выбивать вообще что-либо? Скажите, пожалуйста, реально, как я так. Нормально, как? У тебя шансы есть. Как мне догнать его, если он уже два рюкзака? Это у тебя два рюкзака, каждый из которых да, по да, 20 да, лямов да. оценивается. Ну, типа, нормально вообще, а? Имба полна. Просто идиотизм. Моя, ой, ну, Майами нет. мумия. Все нормально, Олег, ты камбэкнешь. Нет, тебе по да факту может там? Выпасть либо мумия, либо... Да ну нифига мне не выпадет есть? Уже, нифига. Японка выпадет. Самое главное верить до конца. Вспомни Only Up. Да не сдавайся, иди до конца. Это просто бред, реально. Японочка, спасибо, да, спасибо, ну, японочка. Хотя, ладно, я бы не отказался от одного золотого предмета. Вот, ну, пожалуйста. Ну, я, знаешь, что самое? Я просто переживаю, что кейсов осталось прям очень мало. И вот, ну и да, будто бы... знать, сколько их. Да, и из-за того, что мы не знаем, сколько их осталось, маска мумии, найс. Так, ладно, я еще медленно маска три мумии, найс. И третью подряд. Нет, к сожалению, нет. Японочка, хорошо. Иж 5. Ага. Ну давай, Мазда Мята. Мазда Мята. Ну блин, ну давай же. Ну неужели мне за 300 раз ничего вообще не выпадет? Ну это ж невозможно вообще, не, а? Давай, Лексус. Давай, вот сейчас пора. Японочка. Пора прям точно дать мне ламбу Ситроенчик. Либо мумию. Давай, 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 мумия. Давай. Маска мумия, маска. Найс. Нахуя вот это мне? Давай, 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 ага. давай. Ну что-нибудь, давай медленно разочек открою. Пожалуйста, вот пожалуйста. Тоже медленно и потом пожалуйста. Быстро. Давай, 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 Мазда давай, мята, давай, давай. Мазда мята, дай мне, пожалуйста. О, тебе дали.
Не, не мята, мята, мне кроссбайк дали. Угу. Ну, нормально, покатаешься в море. Ладно, еще разочек, разочек еще медленно откроем. Давай, 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 опять эта маска, блин. И третий раз надо, еще раз надо, по тактике, работаем по тактике, по тактике просто. Реально сработает, работает. Теперь вот так. Сработает точно, стой. Ну, куда это, что это, какой кроссбайк-то, а? Я не знаю, ребят, как будто бы реально уже, ну, попахивает говнецой какой-то, реально, я не знаю. Олег, дальше больше. Понимаешь, вот, после мумии сразу надо медленно открывать. Ну, давай, 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 пожалуйста, пожалуйста, ну же, а. Ну, пожалуйста, а. Ага, ну, летний прикид. Ну, прошу, лучше бы мумия прошу, была. Прошу, 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 просто прошу по-братски, реально, а. Ладно, давай медленно откроем разочек. О, мумия, давай. После нее медленно. Ламба-диабо, либо ламба-лодка. Ламба-диабо, либо ламба-лодка. Давай, что-нибудь из этого, что-нибудь из этого. Ну, блин. О, нам одинаково, у меня кроссбайк, у тебя что? Тоже кроссбайк выпал, тоже, тоже. Еще раз медленно. Еще один еще раз медленно, еще раз медленно. Подожди, подожди, подожди. Я до красного буду медленно крутить уже. Давай, да. Чё? Блять, Лексус ебаный. Сука, вот, как он байтит, блядь. Смотри, золотой, золотой, это золотой ключ, вот. Поэтому... Да, я понял уже. Лексус. Сукса, сукса, блядь. Японочка. Я очень напрягся. Давай, 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 вот давай, сейчас. Давай. Ну давай. Вот сейчас. Ну давай. Как будто ладно, бы там очень мало кейсов смотри, осталось. Два. Как будто бы их очень мало осталось. Ох, ребят, не знаю, повезет мне уже или нет, потому что такое реально ощущение, что кейсов осталось совсем мало. Совсем прям чуть-чуть. Поэтому мы будем с вами. Ну какая маска. Я хочу мумию, я хочу. Ну неужели мне вообще ничего не выпадет сегодня? Ну как? Я не понимаю, реально. Я в тельте. Так, Майами. Спасибо, маска, вот еще один с Ситроенами. Давай. Нет, Ситроенами. Давай, 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 давай. Давай, 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 но я же знаю, что там что-то может быть. Я же знаю, что там что-то может лежать. Я точно в этом уверен, я точно это знаю. Давай. Ладно, один медленно. Ай, нет, твой Майами, опять эта маска, уже сколько можно, ну реально-то, а ну. Давай, сейчас точно. Сейчас прям уверенно, мы залетаем в игру и выбиваем. Опять эта маска, да что ж ее? Говно выбиваем. Я не знаю, но это реально бред какой-то вообще, не, а, это прям реально бред. Теперь один медленно. Давай, опять маска, да сколько можно-то, ну пожалуйста, реально. Нормально, нормально. У тебя, кстати, машина, по-моему, какая-то, кроссбайк, да, или что-то типа того. Фига себе. О, маска мумика. Так, еще медленно один. Давай, пожалуйста, просто пожалуйста. Вот сейчас пора, золотой просто предмет. Пожалуйста, просто, ага, вот сейчас, спасибо вот сейчас. За маску. А какой, нет. А, все, у меня кейсы кончились. Все, у тебя закончилось? Да. Ой, отказ. Так, подожди, у меня, скорее ну, всего, нет, у меня, скорее хочу. Всего, тоже сейчас они закончатся, поэтому подожди, подожди, подожди. Ну нет, ну какой же пять, пожалуйста. Нет, они закончились. Так, ну чё, давай делать подвод, так сказать, подвод итогов, да? А, говори, сколько у тебя денег? Сколько у тебя? А, у меня 145 миллионов 810 тысяч. Ну давай, сколько, подожди, стоп, 140, 140, 140, 140, сколько у тебя еще? 145. 145 плюс 2 предмета по 20, это получается 185, да? 185. Да. А у меня 163, мне чуть-чуть не хватило. О, смотри, какая сумочка, Олег. Я тебя ненавижу, реально. Я тебя просто ненавижу. Не, ладно, просто... смотри, дай, я тебе вот это вот отдам, сумку. Да не надо. Можно я хочу тебе. С Йодой да бегать. Да мне она не надо, реально. У меня с Йодой тем более есть. Блин, ну я был прям близок, реально. У меня 163 ляма. 163. Ну, в целом, да, ты был прав. Но я все равно не знаю, как из 300 кейсов ничего не выпал. Это Йода под чем-то просто, как будто бы. Его как будто зажали просто, как будто на него сел просто, понял, своей жопой просто, а? Ну что, друзья, к сожалению, вот такой вот результат, к сожалению, вот такой вот итог. Грустно, Артем сегодня побеждает, забирает абсолютно все. Но на этом наш ролик сегодня подходит к концу. И я надеюсь, вы поставили лайк и подписались обязательно на канал. Заходите, играйте вместе с нами на седьмой серверчок Радмира в мир криминальной России. Не забудьте вводить наши промокоды и указывать наши никнеймы при регистрации. Тем самым получаю самые жирные бонусы. Но на этом сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока!